Либо не пока, но если вдруг что, всем хаем, с вами Шенкими, мы продолжаем проводить игру под названием «Зов к Духу. Темные уголки Земли». Ну что, мы вставили кристалл, мы нашли кристалл, мы прибыли в то место, откуда все начиналось, и запускаем аппарат. Если кто-то на меня нарвется, я вниз прыгну. Но по сути это портал. Я что-то подобрал новенькое. Ну что это я такой подобрал? Хорошо, это на семерку, ну восьмерку. Она бесконечная. Слишком опасно. Нужно найти другой способ отсюда выбраться. Подожди, но это же то же самое место, где мы были, где кристалл добыли. А, разве нет? Ну, то, что у нас есть новая пушка, которая... Ваншотит. Ну, я не знаю, ваншотит ли... Но... Ее мощность это что-то с чем-то. Ну как, они на бесконечное поле. Тут осталось узнать на противника. Я могу просто поодиночке стрелять. Интересно, перегрузка через сколько? Кстати, проверю сейчас и пойдем. Раз. Два. Походу нету. Короче, у нее перезарядки нету. А, ты записал? Он даже не записал. Что это такое? Иди сюда! Ладно, хоть меня не коснули. Осталось понять только, где центр. А, стоп, это же как раз вверх, о котором я хотел. Его поймать. Известно, чувак. Мощная штука. Короче говоря, мы переселились в соседние, да? Ничего интересного. По-видимому, обстановка здесь временная. Ну я могу спуститься вниз. Не хочу я спускаться еще вниз. Так, ну, получается, в натуре здесь больше ничего нету.
Вопрос, что мне дали делать? Тут ничего интересного. Снова здесь же нету прицела. Возможно, мне надо идти туда, откуда я пришел. Я в натуре не понимаю, что мне делать. Давай, что мне жалко? Окей, запомнили, если что, сюда возвращаемся. Просто я в натуре уже запутался, куда мне идти. Короче, ясно. Поддается. Я думал, ладно, ставлю на паузу. Убираю паузу. Дверь заперта. Снова мне сюда идти, не сюда. Но если оттуда враги побежали, значит сюда. Мне кажется, скоро когда-то эта херня обвалится. Возможно, эти трое как раз пробежали, когда вот эти, которые до этого были. Ладно, давайте я найду, куда мне идти, и продолжим. Короче, я тут вспомнил, что у нас же херня еще, помните, были с Морскими Звездами, где было сказано, что я не могу сюда попасть из-за большого их количества. Возможно, с помощью плазмида, если это электричество, то я смогу себе открыть проход. Ну, я думаю, это логично. Так, это здесь, да, было место, да.
Давайте максималку сделаем. На проверку. О, теперь, кажется, все получилось. Хорошая пушка. Опа. Все, обратного пути нету. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше шума создаете, и тем больше вероятность, что вас заметили. Воздушные тоннели, что-то тут все мерзкие твари на меня смотрят своими мордами. Хо. Похоже на арену. О. Слушайте, возможно, это даже конец. Может быть, тогда объединюсь, сделаю одну здоровую серию, как я говорил. Ну, снова посмотрим. Да, куда-то наверх идти, скорее всего, буду идти и отбиваться. Ты не умрешь, ты не умрешь, чел. Так, ладно, пока я не сдох. Ну что, смотря близок.
Куда далее? Падла. Он хочет, чтобы я от кровотечения сдох. А, тю, тут Лиана. Я думаю, что такое? Что меня цепляет? Ну, я чувака убил. Походу, я его мог и не убивать. Нет, это все-таки будет цельная, походу, серия. Его тут нету. Алло, стоп. Ага. Ну, по сути, я его одолел. Поэтому я думаю, тут ничего не должно быть уже. Ладно, у меня фул этот. Нет, не фул, ставить нитки надо по-любому. Бинты-то не очень, но я понимаю, что мне в основном нужны это другие материалы. Но зато мне больше уже никто не мешает, сейва только плохо, что нету. Если я умру, далеко начинать. О! Ништяк. А ну все же, какой-то новый враг. А, у меня вариантов. По сути, мы убили сколько с вами боссов? Рыбу мы убили. Шамана мы убили. И вот эту чертовщину мы убили. Еще что-то было, у нас кажется. И вот не помню. О, нифига себе прогрузилось. Так, сначала, так сказать, более-менее. Ну, сюда, если что, можно будет залезть и отсюда отстреливаться. Это святилище. Здесь надпись на каком-то древнем языке. Этот я могу прочитать последнюю часть. Нужно все записать. Окей, таблички догон. Текст на этих древних табличках написан странными символами, глубоководных. Здесь есть заключительная часть текста, которой нет в переводе в книге Дагон. Похоже, это пророчество. Чтобы узнать точный смысл, нужно будет провести более детальное изучение. Но, например, перевод звучит так.
И придет время, когда звезды займут верное положение, и вот мы поднимем то, что затонуло в океане. И утерянный Рьеха поднимется из глубин, и воды покинут его дворцы. И тот, кто спит, проснется, великих туху восстанет, и страх и ужас воцарится в мире. Ну, чем мне нравится то, что здесь очень здоровая территория. Ну, по сути, я не убегу, если что. Наверное, в этот гонг бьют, чтобы звать всех на службу. Мне не на что надеяться. Ты себе ногу сломал. Они меня найдут. Да, они тебя найдут, чел. Я в этом не сомневаюсь. Тут. Что со мной творится? Выхода нет. Я не хочу умирать. Все. Если бы я ударил посильнее, то звук получился бы оглушающим. А, да? Очень медленная анимация. А, это как раз вот эта дверь закрытая. А, так я и к вам шучу.
Я не могу концентрироваться, когда тут воет эта чертова тварь. Какая тварь, что ты имеешь в виду? Давай наверх поднимемся, мне теперь надо снова пополнить себе запасы. Да жопа, ну... Может, мне нужно оглушить ее? Кстати. Давайте попробуем сначала ее оглушить, потом уже убить. Ладно, паузу ставлю, снова делаю то, что делал. Пойди, все. Короче, червячков она убивает за... Ну, это пушка. За мной следят. Все равно я не врубаюсь, что мне делать. Он меня зовет. Я не хочу умирать. Все это никогда не кончится. Нужно отсюда бежать. Все это никогда не кончится. Да что я тут забыл? Я не знаю, зачем я здесь. Походу, у него с башкой становится проблема. Я что-то слышу. Меня преследует. Вот. Эти трубы контролируют поток воды, поступающий в бассейн внизу. Я не знаю, у него... Вот, видите, что с ним сейчас происходит? У него... Он психика... О, психика, стабильность восстановилась. Просто когда я бью в гонку, вызываются эти чуваки. И больше ничего не происходит.
понимаю. Я не могу концентрироваться, когда тут воет эта чертова тварь. Если бы я смог пресечь этот вой, то, наверное, смог бы поддержать связь. Если бы я смог открыть воду, то можно было бы наполнить бассейн. Ну а как открыть воду? Эти трубы контролируют поток воды, поступающий в бассейн внизу. Где я должен искать? Эти трубы, понимаете? Вот в чем моя проблема? Я не знаю, где эти трубы. Да ладно! Здесь написано, что эти двери можно открыть только при помощи древней мантры, которую должен произнести тот, кто владеет священным талисманом. Я не смогу здесь пройти без некоего талисмана. Ну вон, талисман лежит. Но я его забрать не могу лично. А, под защитой. Да, видно, что вода не идет. Если бы я смог открыть воду, то можно было бы наполнить бассейн. А как мне залезть туда? Ладно, ставлю на паузу и пытаюсь что-то найти. Слушайте, я вот не знаю, гонок. Походу мне нужно, чтобы запустить воду, это просто вот эти поднять. Эти трубы контролируют поток воды, поступающий в бассейн внизу. Фиг его. Короче, чтобы вы понимали. Я должен как-то вселиться в монстра. Этой песни в голове будто колокол бьет. Нужно ее заглушить. Thank you.
могу концентрироваться, когда тут воет эта чертова тварь. Если бы я смог пресечь этот вой, ты, наверное, смог бы поддержать связь. У меня от этой песни в голове будто колокол бьет. Нужно ее заглушить. Какого черта ты прыгаешь, чел? Я вообще не должен, как я был там оказаться. Ты ж сделал себе, алло, перевязку, в чем проблема? Я не могу концентрироваться, когда тут воет эта чертова я тварь. Понятен. Короче, я что-то сломал. Если бы я смог пресечь этот вой, то, наверное, смог бы поддержать связь. Я заглушить. Ты вылечись. Я не могу концентрироваться, когда тут воет эта чертова тварь. Если бы я смог пресечь этот вой, то, наверное, смог бы поддержать связь. У меня от этой песни в голове будто колокол бьет. Нужно ее заглушить. Короче, я походу что-то сломал. Мы с тобой взорвали эту херню. В чем проблема? Если бы я смог пресечь этот вой, то, наверное, смог бы поддержать связь. Короче, я понял, жопу. У меня от этой песни в голове будто колокол бьет.
Нужно ее заглушить. Понимаете, вот, оно не работает. Оно не работает. Охрененно, я, короче, запустился с последнего сохранения, где у нас было более-менее, все нормально. А он у меня вот так вот прыгает. Может, из-за предмета? Нет. Что он дебил? Как меня бесит то, что здесь этот все не работает нормально. Короче, походу я врубился, как это все делается. Прыжок мне подчинился сам по себе, когда превратился. Короче, и чтобы не тратить время, я уже 3 статуи активировал, осталась только еще одна. Даже присаживаться не надо. Просто стоим. Вот он превратился, побежали, вот последний. Надо присесть и ударить. Все, в принципе, это последняя, так сказать, волна была. Каждый раз я просто сюда прибегаю, их тут по 4 штуки выбегает. Даже таковой сложности нету. Наконец-то сейф зона. Можно выдохнуть. Золотой диск украшений. Инсультированный драгоценный камнями. Так, ноги у меня все целые. Да. Чтобы вы понимали, я вот отсюда хотел перепрыжками, но вот это. Цельная, а вот это вот. Ну, короче, вот это цельная часть, а это нет. Поэтому я с нее упал, блядь, ноги здесь только ломал. И вот это то, что менялся местами с этой херовиной, я тоже не здесь понял. Здесь надпись на каком-то древнем языке. В Уэн Гнатвха Гнун Аэмна. В Глиск Фунгн Килта. В Ел Кил Ктулхук. Фунгни, Ая Ригзенгро, Ая Гидра. Ну окей. Так, полетели. Так, сразу пушку приготовим. Вау. А мы защиту же сняли. Главное, чтобы я не сдох из-за кровотечения.
ручью. Я понял. О, там больше этих нету. Решетки. Че? А че я умел? Странно. Ладно. На паузу поставлю и пробегусь снова до того момента. Мне герой походу жизни, он говорит, меня преследует. Да что со мной творится? Мне негде укрыться. Да что я тут забыл? Почему у тебя психика нарушается? Что вот снова? Что с ним произошло? Чё я проиграл? Меня взрывом убивает. Вот оно что. Ладно, на этот раз нормально пробежал. Здесь написано, что портал могут... Открывай быстрее. Айя Риг Зенгро, Айя Гидра. Джерк, какого? Боже, он в порядке? Что с ним, черт побери? Проверьте пульс. Джек, ты меня слышишь? Джек! Тень из-за грани времен 3. Не знаю, с чего началось, может, человечески лучше остановиться? Ну, по идее, все. Джек. Зачем вы меня призвали? Я должен тебе кое-что показать. Торопись, у нас мало времени. Куда мы идем? В великую библиотеку. Грядут ужасные события, и наши оболочки не смогут их пережить. Самые прозорливые умы уже проецируют себя в более поздние дни. Кто противник? У нас не было конфликтов ни с Миго на севере, ни с племенем Ктулху на юге. Видел ли ты в своих странствиях большие запечатанные люки в центре старого города? Да, но я не понимал их предназначения. Между нами и полипообразными существами, которые главенствовали здесь до нашего появления, была жестокая война. В этой книге рассказывается о том кровавом времени.
Зачем вы сейчас мне это показываете? Они все еще там, внизу, Джек. Они рыщут во тьме. Они замышляют. Замышляют выбраться из своей темницы и свершить страшную месть. Конец неизбежен и близок. Очень близок. Сколько у нас осталось времени? Что это было? Тебе угрожает опасность. Иди за мной. Короче, я остановил и запустил, потому что что-то происходит. Какие примеры под текстурами? Ну я застрял, ну все. Ничего больше не работает. Ладно. Тебе от нас не спрятаться. Ты умрешь. Ну вы поняли. У меня не работает кнопка продолжить. Ну походу там титры начинаются или что-то, я не знаю. Как мы поняли, Джек тоже был пришельцем. Поэтому 6 лет он ничего не помнит. Это все, что я понял из этого. Игра закончилась. Это конец игры, да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Если оценивать... точно оценочка. Плюсы. Это атмосфера. Второй плюс. Это сюжет. Третий плюс. Необычное, так сказать, способность отхиливания. Да, то есть лечения самого себя. Тут есть те, кто мне не нравится. Мы видим тебя. Ну и, в принципе, все. А теперь к минусам. Минусы. Недочет это нету бега. Минус. Ты умрешь. В игре нету нормального зума с Томпсоном, это минус. Мне страшно. Ну и в принципе баги, которые в игре происходят, бывают минус. Ладно, давайте не минусы, баги тут, ну не сказал бы, что столько багов было, а непонимание происходящего, то есть ты не понимаешь, куда идти тебе, что тебе нужно, поэтому окей, минус. Итого у нас 3 плюса и 3 минуса. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, как я сказал. И всем до следующих игр. Всем пока.